Привет-привет! В этом видеоуроке мы с вами сложим визитницу или кошелек, если вы возьмете лист бумаги побольше. Для складывания визитницы нам понадобится один лист бумаги формата А4 любого цвета. Начнем! Перегибаем лист пополам. Снизу отгибаем один слой бумаги наверх, примерно на 2 сантиметра. Снова отгибаем этот край так, чтобы сверху остался примерно 1 сантиметр. Повторяем те же действия на другой стороне. Отворачиваем край вниз и загибаем вот эти уголки до намеченной линии. Снова поднимаем весь край наверх. И делаем то же самое с другой стороны. Раскрываем нашу модель, загибаем одну сторону по направлению к центру примерно на 2 сантиметра. Перегибаем нашу модель пополам. Вставляем вот эти уголки в кармашки. Снова перегибаем пополам. И вставляем вот этот уголок кармашек. Наша визитница готова.